Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. О, появился! Хер моржовый, блин. Все, он залетел. Все, залетел, залетел, чат. О! Пошла жара! Пошла жара, друзья мои! Ема! Ема, ты что такое? Ты что сел туда? Ты что туда сел, алло? Ты чё, как сел? Давай иди, это оружие бери. Он не читер. Смысл он не читер? Он в камне сидит. Смысл он не читер? И мастер друг друга играет. Бегай, делай контент, зачем ты сидишь? Ты можешь бегать, контент делать, что ты сидишь? Убивай их, и так же интереснее. Смысл в том, что ты просто сидишь в камне. Бля, ты дурак, что ли? Смысл в том, что ты сидишь в камне, иди убивай. Бля, так же неинтересно. Он дурак, что ли? Давайте все объединитесь, не убивайте друг друга и убейте его. Да блин, читер, тупой что ли ты? Да он шевелится, блин. И мать, он побежал. Охренеть, блин. Когда она сказала то, что этот, как его, я дома не, а, я дома одна. Она сказала, я дома одна, и он побежал. И мать, читер, блин, берет каску, блин, где такое видено? Прикиньте, у читера есть каска. Найс. Читер не может найти оружие. О, мне кажется, все хана. Уа-ба-ба, мне кажется, ГГ. Ну это ГГ, мне кажется. Емать ГГ. Емать, он бежит, жесть. Ошалеть, ты чё такой? Ты чё за Жан-Клод Ван Дам? Напоминаю, кто убьет читера, тому респект. Не, серьезно, 500 алмазов тому, кто убьет читера. Давайте, друзья мои, вот сейчас равные шансы. Равные шансы. Ебать, он видит всех? Ебать! Ебать! Это что такое было? Ебать, это что такое было? Ля-ля? Ебать! Чё это было? Что это было? Алло, броню тоже взял. Ошалеть! Что это было, друзья мои? Можно лайк, пожалуйста, за такой контент? Побежал! Ебать, он побежал! Это что за молния Маккуин? Это Соник, что ли? Ебать, он побежал! Гол, друзья, 400 тысяч лайков добью. Ебать! Друзья, друг друга не убивайте. Объединитесь, убейте читера. Офигенно, он через стенки тоже ходит. Ебать! Ошалеть! Он думал, берет ремку и бежит! Я думал, представьте... Чё, блин? Чё это было? Сел срать, что ли? Хватит срать, иди беги, убивай!
И так людей нету, ты же на карте их видишь, иди убей. А он там наверху? А он тут? Опа! Опа! Ебать, это... Ебать! Ебать! Ошалеть! Ошалеть! Тут такой 400 человек. Блин, я думал, это ролик будет. Короче, если это будет ролик, друзья мои, на канал, то 20 тысяч человек надо... Блин, что это было? Фарангом убил. Ошалеть. Если это будет ролик на канал, то 20 тысяч человек я с ним выйду один на один на ролик на канал. Ошалеть. Вон, там даже тебе этот показывает, где находится. Блин, представь себе, сейчас в голову прилетит к нему. Его граником можно убить, нет? Он просто купил обучалку у трешера. Ну, трешера нет, у Смайла, наверное, взял. И мать его, чё? Ошалит, он в тело может попасть? Ошалит, он в тело попал. Ё-моё, это чё за... Это чё за жёсткий игрок? Ошалит, чё он творит? А он видит всех. А он может наверх подняться? Мне интересно. Такое ощущение, как будто он какие-то скоростные эти одел, как его назвать? О, стой, стой, стой. Йоу-йоу-йоу-йоу, смотри, смотри, сейчас что будет? Ошалеть. Ебать, он рашит. Лайк! Салам алейкум, лайк, иди спать. Ошалеть, это оттяжка, это скилл, друзья мои, мне кажется, это скилл. Мне кажется, это ученик трешера. С ПК так разносит. Ошалеть, ты что такое? да, дайте ему 2 АВМ, мне кажется, что будет интересно. Ошалеть. Загон 400 человек, там 200 лайков не хватает. Это что за килл был? Ну реально это скилл, друзья мои, я так считаю. Смысл он в тело стреляет? Как это? А он... Друзья мои, вы все видели, друзья мои. Если это были бы 4, он бы сразу в голову дал бы. Так как он стреляет в тело, значит, это не читер. Видите, он в тело попадает. Значит, он не читер. Его невозможно убить. В смысле невозможно убить? Его можно убить? Почему нельзя? Блин, у него же 500 хп. Хотя бы 200 хп было бы. Ошалеть. Кинь на его жалобу. Реально. Давайте жалобу, блин. Читерство. Интересно, в комнате его забанят за это? Не, в комнате не банят. Не, я думаю... Друзья мои, я думаю... В черноту СНС его можно взять, как вы думаете? Бля, может отрядом пойти против читера? Как вам идея? Бля, опять сел срать, блин. Что-то много в туалет ходит, друзья мои, вам... Ну, 200 хп надо сделать, даже, друзья мои? Давайте в следующую комнату 200 хп сделаем. Все, хватит сидеть и срать. Вот. Давайте посмотрим, где... Зума убить, да, блин, этого, блин. Оленя, блин. Давайте посмотрим, где находятся наши игроки. Ебать, я читеру палю их. Сексовый, блин. Давай, давай, газуй. Хватит сидеть, блин, в туалет, блин, садить. Давай, иди. Газуй. Давай, иди, газуй. Друзья, не забудьте поставить лайк. Хватит сидеть в этом дереве, в этом камне, блин. Идиот. Иди убивай. Где он? Он опять в камне сидит, блин. Он опять что-то врубал. Он опять читает. Что он с ним? Я и понять не могу. Что он делает? Что он там делает? Зачем за жалобу отправил? Не знаю, просто так. Он обидел. Прикиньте, я жалобу отправил. Он обиделся и все. Все, я не буду больше тебе контент делать. Все, я обиделся. Жак, подпишись на канал, кто еще не подписан. Лёу, давай, да, выходи из дырки, блин. Какая зона у нас? Уходи с дырки. Давай, контент еще делай, выходи с дырки. Он настраивает. Что там настраивает? Бежит, всех убивает. Что он там настраивает? Что можно настраивать, читать? У них сговор. Соло-сговор. Соло-сговор. Все. Ау, подожди, подожди. Подожди, что он там делает? Подожди, он что-то там делал.
что он стрелял, эй. Подожди, а что он делает? Он хочет отсюда убить? Что? Он выйти не может? Он выйти не может! Он что, застрял? Он что, застрял? Читер застрял, все. Все, друзья мои, читер застрял. Ты сам сказал, вместе увидеть. Да я шучу, угораю, эта комната тут... Тут вам бана не будет за это шутка. Это комната. Он что, блин, силой мысли хочет их убить, что ли, на расстоянии? В смысле телепорт? А кого он бьет? Я не понял, а в кого он стреляет? Чат? Это не тот каменный сайт. Понял, что ли? А вот он. Ну, давай. Давайте посмотрим, друзья мои. Ну давай, бегай, что-нибудь сделай уже, хватит сидеть там. Убери с рюкзака все. Вообще, зачем он в камень заходил? Вот объясните мне. Зачем вообще в камень надо было заходить? Он дурак, вообще, зачем он в камень заходил? Объясните, пожалуйста. Чё? Чё это было? Сделай официальную комнату. Блин, надо официальную комнату сделать. А так как? Это что было, Как он так сделал? Он застрял, читер умирает, друзья мои, понимаю. В смысле, он кого-то ущелкнул? Он кого-то еще убил! Он не выйдет? А нахрена надо было заходить, блин, а зачем он зашел туда? А начиналось так красиво. Давай телепорт, включай телепорт. У тебя что, телепорта нету, что ли? Вот так бывает, друзья мои, когда вы играете с читами. Вот такая тема может и у вас быть. Не играйте с читами, друзья мои. Будете играть с читами, будете вот так же страдать, как этот парень. Видите, как он страдает? Он в зоне сидит, он страдает, он не может. Он не может пойти. Видите, как он страдает? Чё? Он отсюда убивает их. Он отсюда убивает. Но он сдохнет, у него сейчас закончится все. Он умрет сейчас. Какой-то херовый читер. Да он зачем туда зашел, я не понял. О! Что? Ты дурак, нахрен ты выстрелил? Стреляй. Ушили. Ох, какая оттяжка, друзья мои. А Шри, это что за бомбовая оттяжка была? А его могут убить? Почему не могут? Емать, у него уже мало хп. Емать, он на хп... Что? Смотри, прыгает. Хорош. Емать, хайлайт рок, блин, пацаны. Блин, мне кажется, надо скачать читы и стать этот хайлайт, как рок. Ошелень. Блин, он голову спрятал, он не может попасть. Емать, чё? Чего, блин? Чё?
Блин, я думал, наконец-то шанс. Я думал, почти его убили. Что? Ошалеть. Упакуйте мне его, я его заберу. Яна. Ошалеть, это что за, блин? Даже они не пытаются стрельнуть в него. Да я бы тоже не пытался бы. Ошалеть. Да за 400 человек, спасибо большое. Ошалеть. Он пытается спрятаться. Блин, я не знаю, брата, как ты спрячешься. Хотя бы чуть-чуть урона нанеси, да, по-братски. Хотя бы чуть-чуть урона. Чуть-чуть урона, хотя бы чуть-чуть урона. О, почти, почти. Он на нем угорает. Ебать, это после этого, как его, когда девушки давно не его, фу-фу-фу-фу-фу, так резко делает. Хорош. Блин, хоть кто-то задумал, хоть кто-то подумал этот сделать, как его, блин, Кроноса. Хоть кто-то задумал, подумал уже. Ебать, один на один остались. Ошелись, весь сервер просто развез. Когда за тобой смотрит Азам и твой скилл. Что? Как он промахивается? А, он читы выключил, что ли? А, нет, не выключил. Это что такое, блин? Ема, это было интересно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.